В этом видео я расскажу, как подключить унитаз к системе канализации с помощью армированной гофры. Армированная гофра бывает двух видов. Вариант с гребенкой. Это универсальная гофра, подходит для старых советских чугунных труб канализации и труб ПВХ. Вариант 2. Армированная гофра с фановым выходом подходит только для ПВХ труб канализации. Приступим к сборке. Ты со мной? У нас есть унитаз, стояк, армированная гофра с фановым выходом. Начинаем подключение. Подключаем гофру к унитазу. Если стояк находится в стороне, то сначала растягиваем гофру и потом поворачиваем. В конце соединяем фановый выход с трубой канализации. Будут вопросы, пишите на почту под видео. Пока!